О, Боже, я прошу прощения за нелепое поведение нашей няни. Да как вы не понимаете? Она не разводилась со своими мужьями. Она их, хук, убивала. Что? Что? Да, милочка, я слышала, как вы разговаривали по телефону и говорили про яд. Боже мой, это яд для крыс. Для крыс, козлов, дураков. Мы знаем, как вы относитесь к мужчинам. Они для вас все одинаковые. Но это не повод их убивать. Максим Викторович, эта женщина лишилась рассудка. Что она вообще говорит? Да, лишилась. А если она будет продолжать в том же духе, она еще лишится и работы. Так она ж вас хочет убить. Я вам сейчас докажу. Подержите. О! Ой. Ага. А где татушечка? Знаете что? А вот тут с меня хватит. Максим Викторович, никаких вложений в ваш спектакль не будет. И мои ноги в этом доме тоже. Дурдом какой-то. Виктория, она, по-моему, сказала, что больше не переступит порог нашего дома. Да какие проблемы, Максим Викторович? Ваши вопросики можно и на улице порешать. Да? Виктория!